улицы узкие, да? А? Улицы такие узкие. Деревень смотрит, знаешь, если пока на всех них вот так глаз, нет? Глаз вот так вот, правда, вот что-то. Уже, блядь, как может, то есть вот в глаз, конечно, как может быть настолько трусы. Что не лично мне приедете там, что в пятером на меня нападете, а через какие-то 100-тысячные свои тьмы пытаетесь это раскулачивать. 100 тысяч на место в количестве. Ну вот это шушки. Додики. Я Антон Дунов. Додики. А не видишь, какая ситуация с папой? Что в мире во всем они вот эти полицаи здесь, там, сам, эти криминальные структуры. Те, кто про них знают, их разруливают, как Assassin's Creed. А те, как в заложниках, держат население, что мы их разрулить будем, как вот, а я их всех ебанула, они только на меня. Такого вот все, всем высыпались. Вот. Что как в заложниках они, понимаешь, держали как бы всех, как... Вот Байден в открытую начал про них говорить, а они как, типа, мама город перехуярим, как он. Что-то да, эти полицаи, шошки ебаные. Какой-то, блядь, падла, я Антон Буэно. Шапки ебаные, Интерпол, под арестом все шошки. Трубы, блядь, гомики ебаные, вы шпеньки, вы же друг с другом, как бы, тушки, блядь, омерзительные шошки, сыкуны ебаные, полицаи эти все, криминалитеты, я Антон Буэно, Интерпол, шапки.
Дальше бокс. Я Белоснежка. Фух, спал. Фух. Вот теперь, знаешь, мне пиздец.